Всем привет, меня зовут Настя, и добро пожаловать обратно на мой канал. В этом видео я сделаю разбор трейлера нового дополнения для дизайнера домов. В оригинале дополнение называется Downtown Loft, что в переводе на русский язык означает «лофт в центре города». Лофт — это на самом деле стиль интерьера, и основывается он на преобразовании индустриальных и производственных зданий в жилые здания. Квартиры в стиле лофт зачастую очень большие по площади, и комнаты никак не разгорожены, то есть зачастую это одно большое жилое пространство. Ну а сейчас давайте наконец-то приступим к разбору трейлера. Я не стала делать просмотр трейлера отдельной частью видео, так как это отнимает дополнительное время, к тому же вы можете прекрасно посмотреть его на канале Тока Бока. А также есть еще одна причина. С некоторых пор разработчики стали использовать в своих трейлерах музыку, защищенную авторскими правами. Я просто не хочу, чтобы на мои видео кидали жалобы за нарушение авторских прав. Вместе с дополнением в игру добавят множество полезных вещей и предметов декора в непринужденном городском стиле. Ну, раз в реальности все так ужасно выглядит, я думаю, что в игру добавят все эти интересные трубы и дырки в стене. Для того, чтобы персонажи, ну, как будто сделали настоящий ремонт. Очень жаль, что по-настоящему ремонт в игре сделать не удастся. Но я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь это станет возможным, и тогда это будет настоящий праздник. В этом фрагменте мы можем заметить новую кофемашину и вафельницу в виде облачка. Квартира достаточно большая, как я уже говорила, это свойственно всем квартирам в стиле лофт. Здесь будет 4 комнаты, а также небольшой балкончик. И наконец-то это свершилось, в дизайнер добавили стиралку. Теперь мы больше не будем стирать одежду в посудомойке, ура! Также в этом дополнении будет реальный рабочий настольный теннис, в который можно будет поиграть. На самом деле, я считаю обновление удачное, тут очень много крутых функциональных вещей, с которыми персонажи могут повзаимодействовать. Стиль лофт — один из моих любимых стилей интерьера, и мне очень понравилась вся мебель, которую добавили в этом дополнении, потому что она очень классная, проработанная и красивая. Более подробный и углубленный обзор на это все я, естественно, сделаю в видео с обзором на обновление. Ну а сейчас я обращу ваше внимание на несколько крутых приколюшек из этого дополнения. Ну, во-первых, этот замечательный компьютер и в коем-то веке нормальное кресло. Новые настольные игры, как я понимаю. Теперь наши персонажики смогут сыграть в дурака. Мне очень понравился этот волнообразный торшер зеленого цвета, а также деревце в желтом горшке. Естественно, стиральная машина и нормальная корзина для белья. И кондиционер. Ну что, ребят, это видео подошло к концу, я очень надеюсь, что вам понравилось это дополнение, и вы с нетерпением его ждете так же, как и я. Ну и если вам понравилось это видео, можете оценить его лайком и при желании подписаться на мой канал. А с вами была я, Настя, всем удачи и всем пока-пока!